Всем здорово, дорогие друзья, с вами сегодня MC Нагиб, сегодня я играю с моим другом Капитаном Паником. Всем приятного просмотра. Так, ну вот, начнем играть с моим другом. Поздоровайся, Захар. Здорово, Тим. Так, все, давай, начинаем. Да, ой, красавчик. Так, убивает меня пока что. Последний патрон был. Нормально. Так, так, сейчас посмотрю, кто затащит. Красава. Ну. Так, сейчас попробуем. Ну сейчас я постараюсь затащить хотя бы. Опа, первый килл даем. Это. Ну просто, конечно, это круто, конечно, что мы первый килл даем. Так, сейчас так, сейчас. Опа! Ай! Пропустили, конечно, но не страшно. Так, все, продолжим. Захар, все, продолжим. Так. Иди сюда. Ого! Я сейчас, походу, проиграю. Я сейчас, наверное. Да, я сейчас походу проиграю, дорогие друзья. Ой-ой-ой. Убивает он меня. Убивает он меня. Чего? Танчим гитов. Ну вы. Вы видели, дорогие друзья, что это было? Я фазумер от детства. Ну в смысле? Я вообще не понимаю. Я его хоть один раз хотя бы его убью? Я! Ну блин. Я! Я хотя бы... Я? Жестко. Ну, блин. Так. Надеюсь, этот... Что за фигня? Видишь, там дурак орёт. Боже, вообще дурак за руку. Случайно, да? Да. Убил я или как? Опа! А ещё хотел сказать, что Капитан Паника хороший снайпер. Ой, блин. Так, надеюсь, сейчас. Ну сейчас затащим. Давайте. Так, все, мы продолжаем. Все, давай, Захар, начинаем. О, наконец-то. Бедро, да? Да, с бедра. О, сорсиса постреляю. Она попался. Ой-ой-ой. Ну, короче, Капитан Паника хороший снайпер. Против него, если честно, мне вообще тяжело стреляться. А если бы у него был BX, я не знаю, было бы вообще ГГ, было бы 40-0. У него 40, у меня 0. Да. Очень хороший снайпер. Не зря такого не имеет. Ааа! Прицелился и тебе прям в бошку. Опа-на! Вы заметили, что он как-то быстро возвращался, да? А, дракончик так, да? Я тебе попал, но она как бы у нее это миллисекунды мало, чтобы зайти в прицел. Опа, она. Вы видели, какой там пиксель в ногу попал какой-то? Да. Так все, так извините, опять продолжим. Последний патрон. Чего ты захорваришь? Последний патрон.
я тебе вроде попал. Но не успел, походу. Нет, ты не успел. Ой-ой-ой-ой. Пиксели. Ну, так, разрешается пиксели, мы ничего про это не говорили. Чего? Ой, ну ладно. А чё, я тебя был засекли? Да это... Было бы у меня запись, я бы тебе показал. Опять. Так, Захар, канистра йода убивает капитана Пайка. О, я не... Вы видели это? Капец, Захар, ты кор... Я, короче, такой уже, этот, упрыгиваю, и ты меня забираешь. Так. Вы видели, куда я смотрю? Ну, фазумер. Так, ну давай, выходи, фазумер. Если ты фазумер, да? Ну из него, конечно, фазумер топовый, да? Давайте, давайте, забираем его сбега. Поставьте лайк, я заберу сбега. Я знал, что вы поставите лайки. Искра йода убивает капитана. Ну-ну. Опа. Вы, походу, хорошие лайки поставили. Искра йода что творит? Я творю чудеса. Поставьте лайки. Последний патрон опять у меня остался. Последний, да? Ну. А вот здесь 15 патронов, нормально. Ух ты! У меня такой звук еще подлагал. Я же типа ты заранее стрелял. Но, к сожалению, наверное, проиграл. Еще на последних секундах меня убивает. Ну, на самом капитан Паника сегодня меня выиграл. Ну, я обычно ему всегда проигрываю. Ян, не хочешь реванш? Ладно, запишем реванш. Поставьте над этим, короче, роликом хотя бы один лайк и сразу выпускаю вторую серию. Всем удачи и всем пока. Захар, попрощайся. Всем пока. Все, до новых встреч.